Приветствую всех любителей ретро-автомобилей. Представляю вашему вниманию УАЗ-21013 1986 года выпуска. Всю жизнь в одних руках. Родной пробег этого автомобиля составляет 92 тысячи километров. Кузов весь в родной краске. Нигде ничего не перекрашивалось. Все родное, пороги, поддомкратники. Невероятно живые, все не мнутся, не гнутся, просто все отлично. Хром в прекрасном состоянии, не ржавый, хранилось в гараже, зимы не видел автомобиль. Фонари Made in Poland. Намеков на гниль нет нигде абсолютно. Все обработано, промазано. Салон был в чехлах, которые были успешно сняты. И вот такое состояние сидений. Дверные карты. Все молдинги, все на месте. Все хромированные плюшечки. Со всех сторон. Резиновые коврики все в прекрасном состоянии, родные, ковер резиновый. Сверху для сохранности положены вот такие. Смотрите, состояние пластика. Все, фактура вся на месте, панель не треснутая абсолютно. Все бережно, аккуратно хранилось. Хром весь прекрасный. Так, ну, естественно, вы уже поняли по этой табличке, что под капотом двигатель 1.2. Естественно, стоит родной двигатель. Без каких-либо замен, изменений и тому подобное. Вот, смотрите. Блок никто не красил. Был заменен бензонасос, так как старый вышел из строя. Другая колонка, все родное. Все как и должно быть при пробеге 90 тысяч километров. Родной бензонасос лежит в сусеках. Если кому надо перебрать, естественно, отдам. Все, никаких гнилей, ржавчин. Заводится отлично. Работает тоже хорошо. Гидравлочку включу. Моргает, что машина на ручнике стоит. Вот он. Ходу тоже все хорошо, коробка не шумит, скорости не вылетают, не хрустят, не гудит, не воет ничего, все прекрасно. На этом, пожалуй, все. Кто заинтересуется автомобилем, приезжайте, посмотрим подробнее, понюхаем, пощупаем, покатаемся. Все, наверное, все, что на данный момент я хочу рассказать об этом автомобиле. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.